Этот рейд по контролю за состоянием придомовых территорий в Иванове – один из многих. В списке адреса, где есть жалобы жителей. На Калинина 52 из года в год плохо убирают сосульки и наледь с крыши. Правда, на этот раз с кровлей все оказалось в порядке. Зато от внимания чиновников не ускользнули отсутствие бункера для крупногабаритного мусора и ртутной лампы у контейнерной площадки. Ну что, оставить валяться, что ли? Мне тут повисит целый автобус. Осторожным шагом, потому что очень скользко, съемочная группа, чиновники проследовали во двор дома номер 31, все по той же улице Калинина. Там сосульки оказались на своих местах. По этому адресу конкретно мы обнаружили, что наледь имеется, и довольно серьезные. Мы были свидетели, что сейчас сосульки падают. Да? Это наледь съезжает с крыши, крыша скатная. В двух местах это представляет реальную угрозу для людей. Поэтому управляющей компании будет выдано предписание, чтобы эту наледь ликвидировать и незамедлительно, конечно, оградить зону опасную. В городской мэрии уже начала работать горячая линия по вопросам очистки от снега придомовых территорий и крыш от наледи. Но теперь, когда на улице началась оттепель, внимательно надо смотреть не только над головой, но и под ноги. Гололед зимой – проблема актуальная. За ненадлежащее состояние придомовых территорий управляющие компании могут получить штраф до 40 тысяч рублей. Но здоровье дороже, поэтому будьте осторожнее. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.